Милые Танечки, прекрасные Танюши, мудрые Татьяны, я Татьяна Иволга-Горошевская сегодня принимаю вместе с вами поздравления с нашим прекрасным праздником, с нашими именинами. Сегодня есть повод отличный поздравить не только Татьян, студентов поздравить всех лично и всех школяров-россиян. Татьянин день любим в России. Студентов день и школяров, Татьян живущих именины, учителей, учеников. В день этот шумные забавы не омрачают святость дня. Морозный день, январский, славный, ликует радостью звеня. Святой Татьяны лик сияет, Татьяны имя на устах. Татьян, студентов поздравляют, сегодня люди неспроста. Любимый праздник молодежи, ученье светом озарен. Для тех, кто был студентом, тоже своим считается он днем. Ведь радость юности, ученье, неугасимый свет наук, сильнее трудностей, мучений и огорчений от неуд. Летят Татьянам поздравления, мороз трещит или пурга, но праздничное настроение в России в этот день всегда. Поздравляю всех Татьян и студентов с этим замечательным днем. Желаю всем юношеского задора, крепкого здоровья, успехов в учебе и во всех делах. Мечтайте, и мечты сбудутся. По вере нашей, да будет нам.